Чё, этот заказ сделал 9 часов. Сейчас еду на другой, тут по месту еще камни надо. Камни и огород скопать надо еще. Еду сейчас. Там в обрыв надо камней 50 или 60 скинуть. Не знаю, сколько буду делать, время 12 ночи. Скорее всего, останусь ночевать. Здесь тогда вот на заправке два быка, с которыми я пиздился. Потом одного этого быка встретил в городе и еще там его навалял гондону, блядь. Ну тогда, конечно, опрометчивый поступок. Вон, там нихуя, там вон есть этот манипулятор есть, и этот... Пум 500 этот есть, бобик, ёпта, нихуя себе, у кого, кто такой тут, блядь? Сейчас спрошу, а чё они этот пум 500 не взяли, он же там есть, пум 500, он же мог эти камни спокойно, блядь, передвинуть, нахуй. Хуй, не могу понять. Ну, такой здесь деревни колорит. Поселок Верхний Туломский. Гаражи. Трал занести, мне не хватает длины здесь выворота. Сейчас, по идее, должно хватить. Четвертый трупак конкретный. По идее, вывернет сейчас. Не знаю, что тут есть. Наверное, проеду сейчас. Проблема, да? Все выворотом. Так, он тоже должен пройти.
уверен. Давай я лучше там проеду. Хотя мне все равно камни таскать надо. Камни заколебали попадать нам. Не, как я ездить-то, как-то буду. Камни надо убрать все. Все. Я же сейчас не знаю, как это. Надо еще проезд туда сделать какой-то. Thank you.
Thank you.
да, посталкивал вниз. Все вот эти камни убрал. Эти не стал убирать. Тут еще убирать, я не знаю, сколько, часа два, наверное. Это я 2 часа вот эти убирал. Но гусянка еще слетела, правда. Одели гусянку. Гусянка, блин, что-то ослабла. Натяжение, не знаю почему. Короче, одели гуську. И это, посмотрел там на гуське. Вот эта железка внутри, которая... Ну, железяка там. Она как бы ее вырвал из резины. Два зуба вот эти. Ну, не сегодня, там, не вчера, наверное, до этого как-то. Вот, как бы и... А здесь по камням, получается, ездишь. И ее, как бы, скорее всего, сняло из-за этого. Но она слабая уже была. Тоже слышал, так-так проскакивала. По камням ездить, короче, палево. Или щебень, когда попадал, гуську ослабило, наверное, натяжение. Ну, хз, короче. Вот такая вот тема. Не знаю, завтра, может, они захотят вот эти убирать камни еще. Ну, и тут они, в принципе, не мешают, эти камни. Хотя я бы вот эти поубирал бы, сказал, вот эти вот. Где-то хрен с ним, вот эти вот переложить можно было бы, они тут, конечно, не по делу. Ну, надо, надо, не надо, значит, не надо. 2 часа отфига. Короче, 3 часа ночи надо спать ложиться, завтра еще огород копать, вроде как. А может, еще что-то будет копаться, не знаю.